Навеса, что есть, что нету навеса. Ну, а я. Навес от дождя, от солнца. А не предназначено. Ну, постепенно. Шапка завтра, ну, наверное, доп... вырастет этим, до этого. Так. До крыши. Короче, вытащил трактором сюда москвича. Раскопки продолжаются. Он уже какую гору только с капота снял. Вот. А еще вот лобарик надо откопать и крышу. Вот. Это лобовуха. Ого. Ну и соответственно там. Машина стояла под навесом. Как-то так. Куча, не знаю, видно, не видно. Походи ее отсюда. Может, отсюда. Вместимость, конечно, тут. О, куча такая, верстака не видно. О. Вот это набухали, так набухали. И туда на огород его. И справа, слева. На огороде пускай тает. Это только здесь, а там еще. Вот здесь все порасчищено. Ну, где не надо, под сараями убирать. Как-то так. Борта эти просто, фанера стоит, чтобы не рассыпалась. Убрал, лопатой выкидал. Ладно, будем в другую сторону крутить. Вот сколько снега вывезли, это почти в конце огорода стою. Сейчас посмотрим. Справа, слева выкидывали. До самых парников. Я не знаю, сколько таких корыт, наверное, штук 20 точно вывезли, а то, может, и больше. В одну сторону, и все. Закатали, трындец. Вот тут вообще застрял, было дело. Ну, вытянул, подкопал вот здесь лопатой оба колеса и выехал сам, прекрасно. Без цепей. Вот до сюда и все. Только вот, и вот еще чуть-чуть. Вот так вот. Так, ну что, нужны две шпалы. Так вот, все тут накидано. Бочки стоят, не стали. Короче, вот одна поехала. Ну, пока земля мерзлая. Вот. И потом и нижнюю вот эту вытянем еще. А это на место. Бордюры. Пока снежок. Удобно. Ага. Хотел было буксануть, но передок заблокирован. Оба колеса. И вот, и сзади. Там одно может пробуксануть, да? Вот. Вот они, два редуктора разных. Один заваренный, а один обычный. А если бы были оба заварены, вообще проблем никаких. Единственное, на разворотах
Сейчас зимой хорошо, он дает буксить. Ну и на земле, на сырой, на пахоте тоже можно повернуть спокойно. А то потом, когда это все растает после 23-го, и до самой весны, до самой засухи, не вариант будет таскать. Ну вот такая вот штукенция. Надо вот тут две шпалы положить. Просто зверь. Просто зверюга. Ух. Движок шепчет. Сегодня я еле завел с утра. Час, наверное, дергал. Стреляет в ушах и все, хоть ты убей. А причина банальная такая. Уже и посмотрел, и зажигание. Думал, может, открутилось. Чего только не делал, уже регулировки, карбюратор, посливал все это, отстойники. Свечу заменил, все, с полтыка и по сей час работает. Просто тупо свеча китайская. Отказалась напрочь работать, вот и все. Он уже на крыше осталось совсем чуть-чуть. Тут вот так уже все растаяло. Земля-то не мерзлая, вода впитывается. Тут уже все порастаяло, где чистили. Ну тут трактором много ездили, поэтому еще лежит. Ну все, весна. Я не знаю, вообще в одной этой осенне-весенней, да, робе своей. Все бежит, все журчит. Вот такая фигня. Вот сегодня 30 января, и все это выглядит уже вот так вот. От снега осталась вот такая маленькая кучка. Все, как и не было. Все растаяло. Весна полным ходом, как говорится, идет. Все, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу самодельщиков. Все эти видосы давным-давно народ посмотрел у меня в группе. Пока!